Че, это все, да? А ну, видимо, остался последний слуга. И все. На этом игра закончится. Потом сам сатана, естественно. Наверное, будет слуга, потом сатана. Ну или слугу сразу так забить можно будет. Два босса подряд, хрен его знает. Я могу переносить теперь больше Ensnare Demons. Еще больше экспы, зашибись. А вот сейчас у меня ключики закончились. Может к Чупакабре сбегать? Интересно, тут далеко до него. Купить у него еще ключей. А то что-то как-то много этого дерьма тут появляться начало. Где Чупакабра живет? Далеко до него бежать? А, сюда. То есть я в правильном направлении шел. Ну привет, Metal Gear, мать твою! А, окей. Metal Gear против тиранидов, замечательно. Я просто уйду отсюда. Хорошо, что тебя не слов. Хотя ты бы восстановился. Опять же, черт его знает, почему здесь сердце лежит. А если это городской собор какой-то? Не-не-не-не-не, в топку. Что, не дадут убежать? А, фу! В жопу их! В жопу их, ребята! Вот серьезно, в конкретную задницу их! Я с ними сражаться не хочу абсолютно. Может, жопу Чупакабру? Просто не знаю. А подождите, а куда мне идти на задание? А, то есть задания нету. Я должен найти место, выбранное сатаной. Я теперь должен пройти по всей карте, что ли? О боже, чё, неужели? Ладно, ну если да, то придется тогда... мне посмотреть в интернете, где он находится. Сейчас я буду его искать. Вообще они могли так сделать, чтобы я обошел всю карту, узнал, где он находится. Это логично, в принципе. Пошел вон. Пошли вон. Пошли вон. Пошли вон. Нет, до свидания, ребят. Я иду к Чупакабре, мне нужны всяческие прибомбасы на последние очки опыта. А раз указателя к миссии нету, то тогда я не знаю, куда мне идти, чтобы... Серьезно? Не-не-не-не-не. Я пошел от вас. До свидания. Вы не смеете меня бить? Когда тут набираем магию, нет? Все? Вы там в ареале своем существуете. Окей. Фу, лошье, дурачье. Так. Чупакабра. Потом можно, внимая за херней, пойти. Ну, вряд ли он будет в моем замке, так что надо искать в реальности уже плюс. В реальном мире. О, боже мой! Так, окей, Чупакабра. Я снова тебе задолжаю сейчас. Не, правда, ты мне задолжал почку, ну ладно. Насрать! Я кружусь в белом танце. Что за херня, я не знаю. Так, окей. Что скажешь, браток? Где ты? Сраный гном. Окей. Так, окей. Этих две штуки. Давай весь Артур, который у тебя есть.
тоже. Все, больше ничего, да, окей. А, да. У меня же есть дракон, которого можно было бы заюзать хоть когда-нибудь. А ты что-то как-то... Его не юзаю вообще. Дракон как-то особо не сдался. Так, теперь мне нужно поставить путь главной миссии. А его, видите, нету. Мне нужно найти его самому. Нет, ребята, теперь вы меня не словите. Видите, он все равно кидает. Не попадет ведь? Нет. А чё у вас феи такие поносные? Я не понимаю, это же фея была. Отлично. Но у меня такое ощущение, что он окажется в церкви, в которой я сидел в соборе. Так, окей. Указателя нет. Ну, по идее... По идее, он дом... По идее, по логике, да? Как бы... Да, куда еще может пойти, кроме как дома Дракулы? В смысле, собора, в котором был Дракула. Абсолютно логично, что он пойдет именно туда. Так что давайте туда... Я, правда, не знаю, как туда добраться. Или мне Лукард сообщить со временем. Хер его знает. Я включил, надеюсь, хоть, да, основную миссию. Ну, грузись быстрее, боже. Вау, ждать финальной миссии. Это так круто. Ой, ребята, вы сожрали тех, что здесь были уже? Я не буду с вами драться, нет. Не заинтересован, не заинтересован. Так, заинтересован. Вау, я не знаю, что это было. Да, пипец. Я херею. За этих врагов... Да пошли вы в жопу, слушайте. Что это такое? Да, естественно, я все орбы просрал. И жизни просрал больше, чем это требуется. Как прийти назад? Как-то... О, боже. Теперь я могу... А, я могу получить доступ к большему количеству секретов. Окей. Используй скилл, только нахер они мне не сдались, если честно. Так что я пошел отсюда. Ну хотя вон там можно пропрыгать. Да, там что-то есть. Пойду соберу. Господи, музыка хватит! Музыка хватит, то я тебя выключу. Просто... Копирайт надо жопы. Опять скажут, придут всяческие козлы. Из студии, которую основали... Эти ребята из скутера. Скажет, мол, права на эту песню принадлежат нам. Канами идут в жопу. Воу. Воу, опасно. Спокойно. Потише будь.
По-моему, я в правильном направлении иду. Или наоборот, нет. О, да. Я, главное, красную, оранжевую магию прокачал, магию хаоса. А эту нет. Еще это как-то даже странно. И что теперь? И как мне вернуться назад? Зашибись, типа. Это типа тоже зашибись. Куда я пришел, черт его знает. А куда я пришел вообще? Где я? Господи, родите меня обратно. Куда я пришел? Фак. Так ведь и сдохнуть можно. Я не знаю, где я. А, окей. Понял. А может быть и не понял. Ща разберемся. Я не знаю, как назад вернуться. Вот вообще без понятия. О, боже. Можно было бы указатель поставить на карте? Я был бы так счастлив. Эльтери Плаза. Нет, там какой-то дистрикт. Эйри дистрикт, что ли? Ну окей, по пути найдем то, что я еще не нашел. Ой, да ну вот жопу, ребят. Там лифт есть. Некий лифт. Вот вас, ребята, конкретно в жопу. Пошел в топку. До свидания. До свидания. Что тебе нужно? Пошел вон. Как я классно убежал. Вот, я пришел в Arts District. Окей. А вот теперь мы... Воу! Я даже не помню, был я здесь или нет. А, был. Помню, мы здесь с Виктором ходили. Я нашел его отец, Акалет. Слуга... В церкви, где тебя Зобик нашел. Ну, я так и знал. Ребят, ну это очевидно, просто до жопы. О, нет. Ну, хотя отсюда не убежать, так что... И чё? Ну просто замечательно! Ай, как же меня раздражает это говно. Сраный рандом, а? Нахера мне эти рандомные битвы сдались? Давайте они будут после прохождения со мной кампании для тех, кто захочет побегать. А мне, пожалуйста, оставьте в покое. Боже, хернёй страдать такой, а? Так, ты мне позвонишь? Нет, теперь он мне не говорит ничего. Замечательно. Him, а, вот. Ну и чё это? Да блин! Хватит лежать! О, господи, а! Охереть! Слушайте, ну невозможно с ними на такой площадке маленькой сражаться. Их четверо? Так, все пошло в жопу. Нет, не это. А нет смысла блокировать хоть что-то? Да я уворачиваюсь уже. Уворачиваюсь просто как могу.
Слушайте, они задолбали. Вот неблокируемые атаки слишком часто производятся. Ты затрахаешься от них уворачиваться. Охереть! Они бредят абсолютно. Разработчики эти сраные, а? Зашибись. О боже. Как мне отсюда уйти-то? Я даже не помню, как мне отсюда уйти. А как мне отсюда уйти? О май гад. Не так. Сейчас я всю ХП потеряю и сдохну. И мне придется назад возвращаться. Вот так, что ли? Вау. Ну там еще что-то есть. Ладно, так не проканает. Такс. И не так. Вот таким образом. Ладно, не допрыгнул. Я хочу забрать эту херню. Там еще сверху есть что-то. Вот как до туда добраться, вообще не представляю. Не имею представления. Ну и чё? Я чё, перелетел? Ладно, будь по-твоему, еще разок. Да, я буду этим заниматься перед финалом. Хочу апгрейд. Ничего не знаю. Вот очень хочется. Перелетаю. Ой, я труп, похоже. Да! Я не буду зацепляться за это дело. Ага. Так, я не в ту сторону пошел, замечательно. Теперь я сдохну. Ну! Вот. Просто зашибись. Ну за хера такое дерьмо-то делать, а? Не могли бы чуть пониже поставить? Теперь мне снова сражаться с этим говном, да? Нет. Ура. И ХП, наверное, полностью вернули еще до кучи. Нет, не вернули. Окей. Я сдох. Как до тут добраться, хер его знает. Пытаюсь так не получается, перелетаю, так не получается. Что я делаю не так? Слушайте, это... На нем нельзя, что ли, прилететь? Я что-то не понимаю. Я попробую сейчас так. Давай. Нет, не получилось. Еще разок. Вау. Просто зашибись. Абсолютно ненужная херня вон там стоит. Для чего она, черт его знает? Может, для того, чтобы выйти оттуда, но она запутывает игрока в том, что ему нужно сделать. Типа, спасибо, что вы так грандиозно поставили ее, геймдизайнеры. Ну да, они лучше знают, чем делать, че. Так, то есть как раз-таки не сюда и надо идти ради вот этого дерьма, да? Окей.
спокуха. Подождите, так она не нужна и не нужна для того, чтобы спрыгнуть вниз. Я вообще не понимаю, нахера она нужна, если можно прыгнуть так. Легче! Я со второго раза у меня получилось допрыгнуть туда. А здесь я пытался 10 раз, у меня не получилось. Просто гениальное решение, господа разработчики. Ничего на свете лучше нету, чем играть в игру с плохим дизайном. Дэйву Коксу срочно дать по коксу, чтобы он уехал на Колумбию. Всем насрать на Дэйва, нахер Кокса. Верните Кодзиму в эту игру, пожалуйста. Он сделает нормальный экшен, иначе у вас получается какой-то говно Канами. Ей. И чё? Я типа понял, но переключатель же где-то должен быть, чтобы открыть дверь. Стоять. Что за бред? А, все вижу. Локация прогрузки. Забыл, где пульт? Ищи. Не хочется искать? Трещи. Я не знаю. Делай, что хочешь. Но не иди, куда тебе нужно. Так, никаких трансферов, скиллов нет, окей. Не, зачем это мне? Ня, не хочу. А что такое? Ну, допустим, нет. А вот это может быть неплохо. Заюзаем. Че, все, больше ничего не могу купить? Ничего больше не мигает, нет? Ну и пошли вы. Ну и не надо. Привет. Ну зашибись. Как он может плюнуть, если я его бью просто нескончаемым потоком ударов? Вау. Замечательно. Тоже привет. И тебе привет. Вон там что-то есть. А, нет, это просто переход на другую локацию. Неважно. Это, видимо, похоронный марш для меня играет. Черт его знает. Переход назад, к замку. Или нет, стоять, я здесь не был. Кстати, я здесь не был? А чё, пропустил тогда? Надо, можно за знак зацепиться, я уверен. А как ещё тогда? За знак? Да. Сейчас по пути соберу, что есть. О, здоровье, правда, это одна из, один из пяти пока что, так что не видать мне улучшения здоровья в ближайшее время. Здесь же больше ничего, да? О, господи, это тупое место, в котором я сражался сразу с двумя большими роботами. Да, вы кушайте, 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 вкусняшка, вкусняшки, всекоснямбы, все хорошо. Приятного аппетита вам, друзьяки, я пошел отсюда, пошел от вас.
Нахер вы мне не сдались. Почему, кстати, в том месте, в котором я не увидел вот этого рычага, не поставить рычаг был вот так же рядом с дверью, черт его знает. И с этой дверью, почему у меня стоит два рычага рядом с каждой дверью, вот, я... Непонятно мне, короче. Все это дело. О, привет. Здорово. Я знал, что ты появишься, уверен был. What the fuck? А что меня ударило? Тираниды! Какого хера тираниды вылезли? Ну, я уже уворачивался как мог. От этого невозможно увернуться просто. Вот хоть как. Да уже... Да слушайте, я не могу увернуться от этого. Вообще никак. Больше хп потерял, чем что-то приобрел. Серьезно. Я не могу вернуться от этого дерьма. Так, я должен взять ревенч. Давайте мне еще одну тварь. Где ты, где вы, твари? Я должен взять ревенч. Ревенч вас ждет. Или не ждет. Главное не зайти в канализацию. То мало ли. Такс. А, проход закрыт. Воу! Чувиха, проход закрыт, значит он там. Надо просто подальше быть, когда он начинает атаковать. Блин, ну не могу блокировать этот удар. Да, до свидания. Давай, попробую заблокировать твой удар. А, окей. Ты промазал. Бей просто так, давай, бей. Не хочешь? Еще разок. Будет бить. Давай, 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 бей. Я попробую уклониться. Ну твою мать, а! Бей. Да не так, бей, нормально бей, урод. В воздухе отбил, нихера себе. Так, ладно. Аж в воздухе. Зашибись. Ну да, один враг, то естественно в воздухе можно отбить. А так, хер. Ну нихера себе. Ты оставил след страха после себя. Я не собрал эти все свитки? Какого черта? Чем я занимался тогда? Все это время. Че, там ничего вкусного нету? Нет? Окей. Туда нельзя, видимо, мальчикам. А, мне и так полная магия. Можно не париться. Где ты? А, вот ты. Здравствуй. Он здесь. Let's go. Пойдем. Такс. Все, видимо, финальный забег. В ближайший час, наверное, игра закончится для меня. Слава яйцам. Я это больше не могу терпеть. Честно. Никак. Вообще, вот вообще.
Вау, конец будет проходить в замке. Просто зашибись. Я ж поражен. Тому, что здесь есть что-то про замок. Так, окей. Блин, тебя я до сих пор не могу купить. Допустим, это. Естественно, будет апгрейд скилла, да-да-да. А здесь, кстати, что нужно юзать, чтобы получить следующее мастерство? Вот это. Зажать X, потом X, 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 X бить. Что еще больше всего? Контрудар при помощи Y, Y, Y. Че, я-то это ни разу не замутил, что ли? Нихера себе. А, может быть, закончились контейнеры, я не знаю, может, больше нельзя заполнять. Может быть, кстати. Может быть, контейнер не бесконечно можно заполнять. А то а так один удар спамишь, и в итоге получаешь максимальное мастерство оружия. Как-то странновато, да, не считаете? Опять. Зашибись. Именно этим я хочу заниматься. Именно в этот момент. Ты у нас где? Ты у нас снизу, вот здесь. Что-то у вас все больше и больше частичек становится, как-то странно. Так, а ты где? Ага, ты с другой стороны. А, это снизу. Частичечка. Ну, это понятно уже. Здесь даже ежик в тумане осознает, пьяный. Упоротый. Там что-то происходит.